Из указанного объема средств 2 миллиона 86 миллионов рублей выделит краевой бюджет, а менее 1,5 миллиардов рублей – бюджет Сочи. В рамках реализации программы средства будут направлены на содержание территории Олимпийского парка, эксплуатацию полигона ТБО в Адлерском районе, отведение сточных вод с территории Имеретинской низменности, содержание автодорог и ряд других мероприятий. По данным администрации Краснодарского края, в Олимпийское наследие, управляемое регионом, входят 12 объектов автотранспорта, инфраструктуры, 5 здравоохранения, 1 квартал жилой застройки, природный орнитологический парк в Имеретинской низменности, 2 спортивных комплекса и объекты обеспечения Олимпийского парка. Кроме того, администрация Сочи управляет объектами инженерной автотранспортной инфраструктуры, жилого фонда и здравоохранения.